Утешителю души истины и жизнедесы, и вся исполняем сокровище благих, и жизнеподателю приди вселися в мы, и очистимы от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Господи, будь милостив нам, благослови нас. Тебе слава веки веков. Аминь. Аминь. Слава Богу, еще две недели прошло. По милости Его. Ну, рассаживайтесь. Выходи, садись. Быстрее. Так, да, довожу до вашего сведения некоторые у нас новости. Мне звонят и говорят, не слышали ли вы новости? Ну, я думаю, какие ж новости, вроде мы слушаем. Но такие новости там не сообщали. Новости такие, пришло письмо в епархию на нашего архиерея Алтайского, Барнаульского, владыку Сергия. Письмо такого состояния. Содержание. Благословите, владыка Сергий. Я священник Грузинской Православной Церкви, патриарх Наум. Игнатий Лапкин, мой крестный отец, принял меня из купели где-то 40 лет назад и окормляет по сей день. А его отцовстве смело могу, можно сказать, словами апостола Павла. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Послание к Коринфянам, 4 глава. С вашим участием я посмотрел 3 ролика на сайте Игнатия Лапкина «Престольный праздник в Потеряевке». Значит, даже в Грузии видели. Наверное, о наших временах и сказал пророк Амос. Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод. Не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. И будут ходить от моря до моря, и скитаться от севера к востоку, ища слово Господне, и не найдут его. В тот день и стоевать будут от жажды красивые девы и юноши, которые клянутся грехом самарийским и говорят, «Жив Бог твой дан, и жив путь в Версавию!» Они падут и уже не встанут. Пророка Амоса, 8 глава. Сейчас прекрасные возможности для благовестия, хороший пример этому
В Москве в Сретенском монастыре открыли православные просветительские курсы. Уже были 3 лекции. Посмотрите, сколько молодежи, какие умные задают вопросы. Конечно, везде нужны подобные учебные классы по изучению Слова Божия. А у вас для этого такой опытный учитель, Игнатий Лапкин, не удел. Откройте ему дорогу, организуйте курсы, лекции, семинары, готовьте катехизаторов, миссионеров, евангелистов. У Игнатия Лапкина отработана методика обучения. Слово Божие ему в толковании святых отцов. Большой опыт в этом, о чем свидетельствуем изданы 38 томов, ответы на важнейшие жизненные вопросы по Слову Божьему. Еще доколе будет это беззаконие, что служители церкви гонят искренних детей Божьих, то есть группу Лапкина. Они первыми должны открыть для них двери церкви для благовестия. Время катехизатора время кадила Михателя прошло. И вам завидую, владыка, что у вас есть такая возможность с Божьей помощью качественно подготовить молодую смену благочестивых христиан, а из них вырастут достойные учителя, благовестники и священнослужители. Оставим после себя достойную смену. Я думаю, что с этой целью вас, владыка, Господь прислал в Потеряевку. Мой принцип – сам не можешь дело сделать. Найди тех, кто может это дело сделать. Если бы ко мне пришел такой служитель, учитель, миссионер, проповедник, я бы ему открыл для благовестия все двери и закрома. Для этого мы живем, чтобы через наше служение люди познали Христа и наследовали спасение и жизнь вечную. Помоги вам, Господь, нести свой архиерейский крест. С уважением, протоиерей Наум, город Тбилиси. Такое письмо прислал. Ответ на это письмо было так. С епархии пришел иеромонах Филарет. Я не знаю, он раньше был секретарем. Сейчас я не знаю, какую он должность занимает. Ну, скажем, не из последних от архиерея. Да, потому что по благословению архиерея он пришел сюда, встретился с Игнатием Тихоновичем и имели они беседу. Что дальше будет? Ну, думаю, что всем нам нужно в этом принять участие. То есть молитвы. Господи, как угодно тебе сам устрой все. Расположи сердца архиерея. И не только его, а главное, которое вокруг его. Потому что даже если архиерей будет, а вокруг его будет это, то ничего нельзя сделать будет. Как было с владыкой Антонием, когда мы были как-то у него на приеме, то он встал, уже сел с нами, потом встал за стола, выглянул за дверь, никого там нет, а потом обратно вернулся. То есть он опасался своих, которые близкие его были. И так, видите, что рано в 40 лет ушел он из жизни. То есть тайна смерти его осталась тайной, так, не знаю, что там. Или действительно Господь его отозвал, его жизненный путь так закончился уже. Или ему помогли в этом. Вот. Ну, дальше что будет? Будет о встрече, какой был разговор, может сам Игнатий Тихонович рассказать вам. Ну, вот такое, значит. Возможно, это даже будет, потому что владыка Сергий несколько... Скажу я вам, у него другой жизненный опыт, пастырский опыт, значит, потому что он много лет он был простым священником на разных приходах. А это большое значение имеет. Он знает приходскую жизнь. Так как владыка Максим, он приходской жизни совсем не знал. Он был студент, семинарию закончил, академию закончил, в монахи сразу... Был он инспектором в Тобольской семинарии, то есть в приходской жизни он ни одного дня не был нигде на приходе, что был священником на приходе, там с людьми имел общение. Нет, а все такие, и сразу потом епископом сюда, а власть и деньги, они большое зло приносят душе человека, когда есть власть и все, а распорядиться этим не может человек, то это трудно устоять в этом.
Ну а владыка Сергий, он по-другому. Он даже был женатый. Еще это тоже плюс к этому, что был женатый. Да. В одной из бесед святитель Иоанн Златоустый говорит, ну почему так Господь допустил, что пророк его Давид впал в такой грех? Ну мог же удержать, уже он и пророк был, и царь, и вдруг в такой грех, и прелюбодеяние, и убийство. Но потом, мы видим, и раскаяние было, да, было. А это, говорит, для того, чтобы был более снисходительный к другим. Когда будет судить, придут к нему судить другого. Когда пришел Нафан его обличать и сказал, что такое он, смерть тому человеку, кто отнял там овечку одного, а это ты, царь. И тогда с них согрешил я пред Богом. Сразу пришло покаяние. Часто мы в этом должны усматривать в каких-то искушениях, испытаниях. А для чего? Не задавать вопрос «за что?». Не надо никогда такой вопрос задавать «за что?». А сказать «для чего, Господи, ты мне этот урок преподаешь? Что я должен из этого извлечь, из этого урока?». А у нас часто бывает, что-то случилось сразу. «Ой, а за что, Господи?». Вроде я жил свято, и вдруг что-то случилось. «За что?». А нужно всегда говорить, для чего это, и извлекать из этого урок. Вот. Что еще сказать? Сказать то, что дошли до меня, значит, мне уже сообщили через кого-то, что такие-то сестры, там Галина, Лидия, еще кто-то, значит, вышли из нашей общины. Вышли потихоньку. Во-первых, они должны были бы по совести человеческой и по-христианской, они должны бы были сказать мне, как духовному отцу, от которого они принимали и крещение, и десятки лет принимали тело и кровь Христа, и уйти так, якоже это не бывшим. Это никак не годится. Должны были по... хотя бы поговорить, посмотреть, какая причина, что это. Недостаточно духовного назидания здесь у нас в общине, что где-то они нашли лучше. Ну, хорошо. Это, как говорится, во благо. Что у нас, значит, недостаточно строгий устав, а там будет строже. Ну, хорошо, это тоже во благо. Хорошо, что туда пошли. Но у нас... кто отошли, всегда начиналось с одного. Вначале ропот. Ропот, ропот, недовольство, то недовольно, это не так. Будто бы святости какой-то искать. И эти доносят что? А будто бы у нас нет епископа. С этого начинала Галя Глушкова, с этого Евгения Дмитриевна. А у вас нет епископа. То есть им нужен был епископ. Так. Как нет епископа? У нас епископ, вот приезжал Евтихий, вот приезжает, владыка Максим приезжал, служил, все мы, понимаем, как? Мы не отлученные от церкви, ничего. Надо епископа. Наконец они отошли и нашли епископа. Теперь к ним приезжает из Барнаула епископ. Епископ, который в нераскаянном смертном грехе по сей день. И он им там преподает причастие. Уже епископ. Да. Саша. Такое. Искали епископа, нашли епископа. А кто такой? Да, такой есть. Угу. Вот. И что нашли? Я так эти, нет? Лариса. Нашли. Мне звонит вчера один священник из Московской патриархии. Батюшка, как разрешить такой вопрос? Как у вас это в вашей практике? Что? Ну вот... то есть он как бы за строгость исполнения всех правил церковных, этот батюшка. И вот ему одна, значит, там, раба Божия, поясняет, что она в пост варила борщ сыну. И в постные дни. Ну, а сказали, этого нельзя, грех, она не стала, а сын теперь, значит, ругается там, что на ее буйствует. Так что делать, что? А если это считать как грех, то как ей, эпидемию накладывать за это или нет? Вот вопрос такой. Я говорю,
ты спроси какого-нибудь старобряческого батюшки, он лучше тебе ответит. Это мама моя рассказывала, что когда была там на исповеди она, старобрядцев у батюшки-то, то одну прихожанку батюшка отлучил на весь пост от причастия, и каждый день там по лестовке или по две лестовки поклонов за то, что она зятю в пост варила скоромную. Сама не ела, сама строго соблюдала, но зятю варила. И за это отлучил ее, значит, от этого и дал ей питьевью. Вот я говорю, спроси так. Но у нас как? А у нас никак, я говорю. У нас этого даже... Зачем говорить, что варила сыну? Да у нас только, уже говорят, я первую до последнюю неделю поста мясо только не ем. Молочко-то сметану ем, а уж мясо-то первую и последнюю неделю не ем. А так весь пост ем. У нас-то вообще нету, чтобы... То есть, понимаете, что... Люди идут туда, где, значит, ищут как бы больше. Ну а там никто никогда не спросит, эпитемия какая? Да эпитемия никогда, эпитемия вообще сегодня не налагается никакая эпитемия нигде. Если только досадит кто-то священнику сильно, вот тогда эпитемию накладут. Или епископу. Действует одно только правило, 55-е апостольское. Аще кто досадит епископу. И священнику. Кто досадит, вот тогда это правило будет, тогда будет эпитемия. А если кто Господу досаждает, это ничего, Господь стерпит. Понимаете? Пошли туда. Почему, мне вопрос задают даже, почему от нас вот уходят? Люди уходят. Ну, я этим вопросом как бы себе исследовал, и я так думаю, что только потому от нас уходят люди, что, видите, если бы мы были поставлены по-другому, как некоторые, допустим, старообрядцы, что мы, скажем, все еретики, никто не спасется, а только мы одни будем в Царстве Небесном, и мы самые святые здесь на земле, о, тогда бы да. Мы должны бы каждый раз говорить, что те такие окаянные, проклятые они, и все. Тогда бы мало кто отходил. Но мы этого никогда я не говорил и не говорю. Вот, потому что суд не у нас, судить здесь не надо. Судить будет Господь. Кто? Мы только должны, что? Есть у нас закон, который нам Господь оставил, жить по этому закону. Есть у нас каноны, которые нам святые отцы оставили. Мы должны жить по этим канонам. Вот и все. Не придумать что-то свое. Сегодня, уже вчера я слушал по радио, говорят, что почему так вот это, то есть мусульманство как бы во всем мире развивается, а мы вот православные, как-то нет такого у нас единения и деятельности. Он прямо говорит, да потому что, говорит, у нас вера-то лубочная, говорит, получается. Что нет той идеи в нашей веры-то. Нет. Покрестился, ну покрестился, крестик надел, надел. Ну и все. И дальше получается, все, живи как хочешь. Умрешь, я обязательно отпою. Только спросят, придут, когда ты крещеный был, она крещеная была. А, раз крещеная, со святыми упокою. Если крещеная. Если не крещеный, там уже труднее будет. Там могут и не отпеть, хотя могут и отпеть. Но это уже труднее. А когда если крещеный человек был, это все уже. Кажется крещеный, когда кажется крещеный, пойдет, отпоют. Уже со святыми упокоем. Все уже, вечная память, и все там будет. Видите, как у нас? Поэтому пошли, уходят люди туда, уходят. Почему? Потому что там никто никогда не спросит, как она живет, где живет. Или что? То есть там вся ее личная жизнь, она сокрыта и от священника, и от других членов того прихода. Я говорю не община, а прихода, потому что редко где есть община. Община – это семья. А приход – это приход. Пришел, ушел человек, пришел, ушел. И говорят, сколько прихожан, сколько, то есть, пришло, только и всего. Вот в этом большая разница. Там... И на исповеди, посмотрите, как я был там, где многие из вас не бывали, может, никогда не будут. Видел, как исповедуют, там сотни людей подходят. Там только стоишь, и только эпитрахия батюшки мелькает. Быстро так, ну, буквально там минута, полминуты исповедник готов, отошел. Уже. Что там можно сказать? Да ничего нельзя сказать. Да и священник-то там у него стоят сотни исповедников этих, что он будет там, скажем, там разговаривать, там беседовать, что-то выявлять или что-то. Но
как рассказывала, опять же, сестра моя там, у старообрядцев, у них заходит отдельная комната исповедовать. Двумя дверями. Две двери, как вот в кабинет раньше заходили, помните, тамбур? Вот так у них исповедальни с двумя дверями. Чтобы слышно не было, что там за дверью батюшка говорит. И вот зашла одна прихожанка. Там она, видать, давно не была или вообще первый раз. А все же ждут. Нет и нет. Вот, говорит, час уже прошел, а ее все нету. Все не выходит. Наконец она выходит, вся, говорит, потная, раскрасневшаяся. Ее спрашивает, ну что ты? Так долго-то. Здесь же мы ждем. Ой. Да батюшка, говорит, как начал, говорит, от Адама, от самого, говорит, ты до сегодняшнего дня все, говорит, из меня вытянул. То есть от Адама, от первого дня и до сегодняшнего дня все, говорит, вытянул из меня. Вот исповедь как проводит. А я был в одном, посмотрел, как буквально 35 секунд на одного исповедника. 35 секунд на одного исповедника. Только молитву прочитайте. А? Только молитву. Да нет, не, молитву не читай. Где там читаю. Прочитать ты молитву? Молитву не прочитай за 35 секунд. Зашел, вышел. Да никто не заходит, кругом люди рядом стоят. Поэтому на то, что ушли, можно только сожалеть, что люди ушли куда-то. Я скажу с большой уверенностью, что больше духовного они там не приобретут. Ничего этого нет. Потому что у нас примеров много, десятки, которые отошли от нашей общины. И видим, что большинство просто ушло в мир. Или совсем никуда. Совсем никуда. Даже лучше бы в мир, потому что из мира еще может возвратиться человек. А когда уходит и что-то придумывает сам, какую-то ересь, вот ушли они, искали, говорят, епископа, нам надо епископа. Эти. Наконец, что? Теперь дошли до того, что святые эти не нужны. Прямо к Богу нужно обращаться. Крест этот не нужен. Это причастие может сделать любой, кто... Приехал, только двое-трое собрались, двое собрались, третий может уже причастие сотворить и причащать может. Вот дошли до этого, что им нужен был епископ. Вот и теперь нашли, и все. Понимаете, в чем дело такое? Вот мы пока, я уже так думал, что если бы сказать, что если вы все вернетесь сюда и будете, то сегодняшний день я буду всех, какие есть епископы в округе, всех буду поминать. Только возвратитесь. И папу римского. Только. Но им-то это не нужно совсем. Им ничего не нужно. Тот епископ или нет, нужно, чтобы было свое я здесь уже. Вот и все. И попирание, всякий грех, говорит, прощается человеку. Только хула на Духа Святаго не прощается. Ни в сем веке, ни в будущем. Что такое? А тогда, когда ты видишь, что дело какое-то совершается именно по Божьей благодати, и ты это поносишь и отвергаешь это, попираешь это хула на Духа Святого. Понимаете, ты принимала тело и кровь Христа, теперь говоришь, что это ничто, принимала крещение, в крещении давала обет, отрекаясь от сатаны, соединяясь со Христом, и вдруг это нет ничего. Это было так, вроде бы понарошке это было как-то. Понимаете? Это уже есть хула на Духа Святого. Это нужно, бойтесь всегда этого. Где-то что-то, даже если, скажи, я не понимаю этого. Я не могу об этом рассуждать, я не понимаю этого. Что здесь за записка, батюшка? Копию этого письма к зятю дам ему. Это, значит, копию письма, это не ко мне, это к хозяину письма обратитесь с этой просьбой. Копию из письма просит сделать. Ксерокопию. Да, ксерокопию. Обратитесь к нему. Это письмо не мне было. Так, ко мне какие вопросы? Батюшка, а вот почему мы можем читать или нет благодарствие на кафес? Где? Да здесь, в церкви-то. Да пожалуйста. Почему не можем? После этого вы читали. Кто после думал, чего? Ну, после службы. После литургии? Да, после литургии. Понимаешь, после литургии, Люба, я скажу так, что литургия – это есть венец всех служб. Все службы – это как подготовка к литургии. Всего у нас 9 чинов службы. И всему завершение – это литургия.
уже. Я за литургию, если есть у тебя благодарственные какие-то, ты записку батюшка полагает. Я всегда вставляю, выкиню прошение благодарственное, кто подает. Вот сегодня подали о деле каком-то там, значит. Брат такой, Виктор, у него нужда есть такая. Все. Я помолился, даже не знаю кто, но раз просят, вижу, что наши подали кто-то. Об этом помолюсь, чтобы Господь благопоспешил ему в этом деле, если угодно, его в святой воле за литургию. Поэтому такие, мы в Потеряевке каждую среду, у нас каждую среду, мы вечером, у нас молебен и акафисты. Мы читаем акафистом какой-то, если там святой, или Божьей Матери, там, или святому какому-то, и примерно через недели три мы обязательно благодарственный акафист читаем. Вот я приехал, мы сразу вечером в среду благодарственный акафист читаем. То есть в такие дни. У тебя есть дома на кафесте? Нет. Читай дома, благодарю Бога. Конечно. Представь, тебе две-три сестры собрались, если ты желаешь, то пригласи к себе и помолились. Но если уже вы хотите так, то я вот приезжаю в субботу. Будет в субботу. Но это мы должны договориться, что если вы придете. Приходите, мы благодарны на кафест помолим. Но опять вы в субботу придете, уйдете, пока вам ходить-то. Я больше-то приноравливаюсь не к себе даже, что я еще... Пока, как говорится, молодой. Да. Я к вам больше понравился, чтобы как придет там Раиса, как придет Люба, как им прийти, как тата придет. Трудно прийти-то по такой дороге, это, поэтому я уже к вам пристраиваюсь. Вот. Поэтому, пожалуйста, можно всегда благодарственно акафист, он не запрещается. Видите, в других храмах, вы видите, там делается так, что люди заказывают. Заказывают, заплатил за акафист. Бывает там несколько акафистов. Я однажды служил в Тюмени. Вот, это было где-то 82-й год, наверное. Там настоятель заболел, а я был настоятелем в Тобольске. И меня владыка Максим, значит, на месяц в Тюмень. И вот литургию закончил, выхожу на молебен. Акафисты. Всегда молебны после литургии, молебны. Вот такая лежит горка акафиста. Все уже развернуты, книжечки развернуты. Я считаю список, подаю список, какой акафист заказали. Спаситель Божьей Матери Казанской, Божьей Матери там Абалахской, Божьей Матери там Тихвинской и Владимирской Божьей Матери. Теперь, значит, великомученик там Пантелеймону, Николаю, Георгию, Ивану Воину, ну и т.д. и дальше. Всего, значит, 13. Так вот они, значит, делают что? Значит, первый кладут, значит, сверху лежит Спаситель, то есть по чину положили. Считают Спасителю первый кандак и первый акафист отложил. Второй Божьей Матери опять, второй акафист. И так, то есть из 13 получается один акафист. Но деньги взяты за все, конечно, за каждый. Сколько стоит, там 5 рублей, допустим, акафист, за все. А такое, ну я первый раз, я думал, что все считать, а этот псаломщик, у меня раз, нет, дочка, все, это, ну я посчитал, раз так, что... Я в чужом монастыре со своим уставом не полезет. Ну, я так и отслужил все это. А потом приехал там какой-то батюшка, уже так в годах пожилой там, вот. Хотел устроиться там в епархии, ну, и его, значит, служил он. Я служил, ему так, значит, положили тоже акафист это считать. А он где-то, видать, с Украины такой. Я ему говорю, батюшка, нет, нет. А он... Не надо, Бога дурить не надо. И он и первый акафист считает. Ну а что, певчи-то постояли, один акафист, что им домой надо. Они все уже ушли, а он один. Пришла уже вечерняя, начинается, надо. А он еще акафисты считает, стоит. Никуда не уходит и считает акафисты все. Но Бога дурить не надо. Так его больше не ставим, только литургию слушает. Батюшка, иди отдыхай, отдыхай, батюшка. Отдыхай. Так и в храмах-то везде заказывают акафисты, заказывают, понимаешь, что люди заказали, а сами в это время пошли на базар, в магазин, куда угодно, а батюшка стоит, плачет, слезы льются, радуйся, радуйся, а там уже плачет. Ну, представь, несколько, пять там акафистов, какая там радость, уже... А никакой радости нет. Это ладно, где несколько батюшек, там они, значит, один там литургия служил, другой молебен там, третий это. А где есть один священник? Я вот в Тобольске служил. Так я ризу в другой раз снимал, одеваюсь полседьмого, облачаюсь. А разоблачаюсь где-то полчетвертого дня. Приду домой, и уже есть, я за чашкой супа на столе засыпал. А в 5 часов идти опять на вечернюю службу.
Ну, там как выжатый лимон, батюшка. Пока это молебны, там панихиды, отпетие, потом крещение, одно крещение, второе крещение, там это... Ой-ой-ой, да не дай Бог. Да. Поэтому дома благодарите всегда, молитесь каждый день. Так, еще вопросы какие ко мне? Дома читать можно. Да нету, отдыхайте. А? Отдыхайте. Да, так как бы, значит, у нас сегодня что, 9? Следующее воскресенье будет 16? Потом 23, значит, 23, 22 вечером у нас будет служба. Вот, и там, смотрите, уже не пропустите, через неделю после этого начинается Рождественский пост. Наконец. Да. И мы летим, батюшка. Все. Продолжайте дальше. Все. Что если есть. У нас там все живые, здоровые, да. Община Потеряевская прибавилась на одного человека. Еще у нас. Ну, в общем, на четверых. Семья приехала трое. Да, появился третий, да, все, они обустроились, хорошо, там ремонт сделали такой в этой... В Горбуновском домике, Да, я пришел, посмотрел, в таком доме-то я бы, говорю, буду жить, давай меняться, не меняются. Да, конечно, они там еще раз украсили все это, стены там побелили, разные рисунки. Там, да нет, но они будут строить. Да, что, да, там Назарий появился у нас, значит. Баралам Назарий. Первый у них Варлаам, а второй Назарий. Варлуша его зовут. Варлуша. Ну так, вот все, остальные все нормально. На полях там все убрали? На поля, ну Игорь убрал все, ну сырое все это. Сейчас он там сушит, какую-то сушилку купил, там запускает трубу, там это 25 тысяч отдал, что поможет или не поможет, неизвестно. Через интернет заказал. Не сгорел бы только. Продать сейчас никак, дороги там нет, и, там, а другие не убрали. Кругом нас там эти корчинские были, Туров и Косых, они вообще ни одного гектара не убрали. Ни одного не убрали. Все поля так и стоят, пшеница там, гречка, все. Муша, что же они делают? Сотни тысяч гектар в Алтайском, по-моему, 400 тысяч, что ли, не убрано в Алтайском крае. Но не убрано у Долгова, который по Степинске, у него не убраны подсолнухов, там гектар, наверное, 300. Кукурузы тоже гектар 200. Но это он по морозу может убрать. Мороз сейчас как только сильный будет, то это... Кукурузу на семена, и это можно убирать, потому что они высокие. А то, что пшеница там была, гречка, она снег сырой, сейчас все, она, вот, она лежит. Придавила. Придавила, и все, это ничего уже не будет, все пропащено. Ну все, давайте вы только делайте, когда собрание проходит, конкретно, что шибко не развозите, а то томите людей. Вот. И когда вы на собрании, то старайтесь, если что-то говорить, то судить. Сами себя судите, свои грехи. Других нежелательно бы, не надо бы судить другие. Других и грехи других перебирать. Свои перебирать, это будет больше пользы. Брат Николай, я помню, что сегодня собрание должен вести ты, но я хочу закончить ту мысль, которая была начата на прошлом собрании нашем, и батюшка, собственно, ее продолжил сейчас, говорил уже об этом. Я благодарю брата Алексея за то, что он поднял такой вопрос по высокой шкале, что называется. Он спросил меня, а было ли собственное мнение у Христа? Ну, если помните, я ему ответил так, что его мнение не противоречило мнению Троицы Единосущной. Ну, я думаю, что это бесспорно и однозначно. Подтверждение этой мысли – слова Священного Писания. Иоанна 4:34. Иисус говорит им, «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его». Иоанна 5:30. «Я ничего не могу творить сам от себя, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». Иоанна 6:38. «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». Иоанна 7:16. «Мое учение не мое, но пославшего меня».
Иоанна 9:4. Мне должно делать дела пославшего меня. Так было у него свое мнение? Отдельное мнение? Нет. От Отца, от Святой Троицы не было своего мнения. Более того, у него, как у человека, перед его крестными муками, перед крестом его, как у человека было мнение, то есть соблазн был такой, что не отказаться ли мне от этой чаши. Но он как молил? До крови, до пота с кровью молил о том, чтобы минула эта чаша его. Но да будет воля твоя. А свое собственное наше мнение – это выражение нашей воли. Это и есть как бы вот проявление ее в наших делах и мыслительных процессах. Это наша собственная воля. Хочу сказать о том, что поскольку была употреблена братом такая фраза, что многое зависит от мотивации. Наши поступки, наша воля, проявление ее, собственное наше мнение зависит от мотивации. Так что такое мотив? От латинского слова «moveo» – «двигаю». Это материальный или идеальный предмет, достижение которого выступает смыслом нашей деятельности. Что такое мотивация? От латинского «movere» – «побуждаю к действию», динамический процесс психофизиологического плана, управляющий поведением человека, определяющий его направленность, организованность, активность и устойчивость, способность человека деятельно удовлетворять свои потребности. Такая красивая формулировка, это вот, и впервые это слово, эта формулировка была введена, употреблена в статье Артура Шопенгауэра. Кто такой Шопенгауэр? Немецкий философ. И причем направление какой философии? Иррационализма. То есть иррациональное, то есть то учение, которое отвергает разум в познании мира. И было ли у него свое собственное мнение? А вот сделаем вывод из того, что люди, когда анализировали его творчество, они пришли к выводу о том, что, что оказало на него влияние. Оказался он под влиянием Иммануила Канта, Платона, Гёте, буддизма, Упанишад и другие. То есть восточные учения, оккультные науки, все это влияло на него. А на кого он повлиял? Зигмунд Фрейд, Альберт Эйнштейн, Фридрих Ницше, Лев Толстой. Вот и его мнение, где оно, его мнение, его собственное мнение. Оно, наше мнение, всегда основывается на чем-то мнении. И мы всегда находимся, как христиане, между двумя главными мнениями, двумя мотивами. И какой мотив мы услышим? Этот мотив первый, два разных мотива, между которыми существуем мы на земле. Первый мотив – это мотив Господень. Божий план домостроительства. Вспомним Священное Писание. Бытие, 1 глава, 27-28 стих. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле». И далее, Бытие 2:16-17. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого древа в саду ты будешь есть, а от древа познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Вот один мотив. Второй мотив, знакомый нам уже, погубивший весь род человеческий. Бытие 3:1-6. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог, и сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого древа в раю? И сказала жена змею, плоды из дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их, и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что древо хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Вот второй мотив. Внутренняя же мотивация человека также двойственна, поскольку человек дуалистичен по своей природе, имея две составляющие – ангельскую и животную. Отсюда два противоположных стремления. Если давляет плотское, тогда мы что имеем?
купленные валы. Я женился, дача, машина. Некогда мне пока идти на пир. Еще успею. Ой, наверное, я болею, не пойду. Да там опять начнется обличение, нравоучение. Да и душно там. Отдохну и лучше дома. Это обрывки чего-то вроде бы собственного мнения. Вот отсюда дорожка к потере первой любви, обретению как бы собственного мнения, в кавычках собственного мнения, хамову греху осуждения духовного отца и поиском более широкого пути спасения. И что есть собственное мнение? Какой мотив мы предпочитаем слушать? Откровение 2.7. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. Какой стих? Он нас соединяет с первыми стихами, которые мы прочитали. Побеждать нужно. Постоянная борьба. Сердце человека есть поле брани между Богом и человеком. Иоанна 6:68. Симон Петр отвечал ему: Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. 1 Тимофея 4:16. Вникай в себя и в учение. Занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. И еще, Кирилл Иерусалимский. Если слова мои не сходятся с Библией, не верьте мне. Так обращался он к своей пастве. А вот Матфея 16:24. Тогда Иисус сказал своим ученикам: если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми свой крест и следуй за мною. Где тут собственное наше мнение? Отвергнись себя. Ну и я хочу, не случайно, ведь я этот вопрос задал на прошлом занятии, потому что у меня шкурный интерес, понимаете? Шкурный интерес в отношении спасения себя, потому что он меня мучил, этот вопрос, с юности моей. И теперь этот вопрос, я, собственно, его поднял ради сына, которого сегодня нет опять. Прошу помолиться о нем, потому что все больше и больше уходит в мир, имея свое собственное мнение. И еще... Собственное наше мнение всегда имеет два окраса. Надо помнить, креативно оно или нет. Красивое слово употребил. Да, что такое креативное? Значит, это создание. То есть креи создавать. Что-то позитивное несет оно в себе, это мнение, или негативное. Если оно создает, тогда мы подобны Богу, потому что Господь создал все, все сотворено им. Создано. И есть целое направление в науке, креационизм, который поддерживает то, что все создано Богом, а не какая-то эволюционная теория. И еще вот в частном, так сказать, каком-то конкретном проявлении мое собственное мнение, конкретный пример из своей практики врача. Много лет у меня накопилось уже за много лет свое мнение по отношению к определенной патологии человеческого тела. И оно у меня постоянно давлеет надо мной, потому что многие мои коллеги, морфологи и клиницисты, они не понимают меня. И уже была одна конференция, вторая конференция, на которых меня пытаются свалить, потому что считают мое мнение абсурдным. Но я свое... Это не мое мнение. Это мнение основано, потому что я его уже десятилетиями просто проверяю на практике и вижу, что это нужно говорить об этом. Почему? Потому что я не ищу своего авторитета, мне он не нужен. Я хочу, чтобы люди осознали это, чтобы они начали видеть эту патологию, и чтобы помогали людям страждущим. Вот поэтому я призываю вас, чтобы наше мнение было креативным, чтобы оно было позитивным, всегда проверять, как нам уже неоднократно говорили и повторяли, мы должны помнить эти, как бы, формулу эту, по которой мы должны проверить, насколько она креативна. Во-первых, что говорит об этом Святая Библия? Второе, чего я ищу, временного или вечного? Третье, не подам ли я соблазн ближнему? И четвертое, что? Совесть. Что говорит об этом моя совесть? Вот если все в этом вкупе, мы знаем, что ответим на эти все четыре вопроса положительно, значит, это что-то созидательное. Значит, это не мое мнение, а оно создано на мнении божественном, на основе Священного Писания, потому что я проверил через это. Тогда оно позитивно, тогда оно креативно. Простите меня ради Христа, если подал какой-то соблазн людям,
в своем размышлении. Но брату слово, потому что... Не-не-не, резюме. Ну... Что? Ну что с мнением-то, иметь его или не иметь? Ты скажи, я вот не понял. Я хотел еще дополнить тут кое-что, ну, про это, про мнение. Дело все в том, что сейчас мы выслушали все мнение, все это. Мнение — это не вот такая вот скала сейчас упала сверху, как Христос ударил в истукан, он разбился, теперь все понятно нам. Царств нету этих и не будет уже. Последний антихрист, и того Господь победит. А мнение — это не такое дело. Вот это, Виктор Андреевич нам показал, разложил, так сказать, вот это слово по частям, и Фрейда тут привел, и все правильно, да, это говорится о мирских людях. Мы же говорим, вот с братом у нас хорошее, благодарю брата, он молодец, у нас еще у нас брат Николай. Они говорят правильно всегда, ну, то, что думают, молодцы. Поэтому можно думать дальше. А то так бы все сидели, заснули уже, а амебы бы расплылись, потом вставать, а сил уже нету. Почему? Мышц нету, костяка нету, позвоночник рухнул давно в трусы. Все, мы молодцы, у нас нету своего мнения, мы только мнение Христа, вот под крестом все умрем. И так же думал Петр тоже. Вот мы занятия недавно проходили. Думать-то думал, а оказалось, что мнение-то его оказалось ошибочное. И Господь говорит, иногда человеку пути ему кажутся прямы, но этот путь его есть путь в погибель. Вот оно мнение-то еще. Оно мнение наше, вот это, которое Христос взял сразу и понес его в мир. И написано, и крестившись, тот час был поведен духом в пустыню. Он не стал сопротивляться там. Подожди, что, я не баран, подожди. У меня сейчас свое мнение, сейчас я его там выправлю немножко, где-нибудь там за кафедрой в семинарии. А потом тогда уже я встану, а то меня спросят, ты это учился-то где? Грамота-то есть? Да, конечно, я высшее образование получил. Духовное? И духовное. И гражданское, и гражданское, и военное, и военное. Везде он герой, этот человек. На самом деле, мнение у нас, вот у верующих, как у амеб. Как автобус бывает, резиновое, оно тянется, тянется. Мы вот так сразу не можем сказать, как Христос. Подошел сатана и говорит, а вот что ты голодный-то, сделай себе вот хлебов-то из камней. Я могу сразу сказать, почти что все из нас понаделали бы хлебов, тортов, там, пирожных всяких бы, если бы только было, подошло это мнение. И тянули бы его лет еще 15. И всегда у нас есть оправдание. Почему? У нас на свое мнение еще... Там есть подпункт А, подпункт Б, еще 1, 2, 3 параграф римскими цифрами и так далее. И все это вот так вот до конца уходит. Поэтому у нас никто, вот уже братья, уже седые бороды, все, еще ни разу не были ни на благовестии никогда. Ни в деревню, если пошли, то ну, в деревне там где-то еще кто-то есть, там прошлись. А потом дальше, вот когда нужно самостоятельно решать, никто никуда не пошел. И вот Игнатия Тихоновича начинают у нас обсуждать. У него неправильное мнение, он свое мнение высказывает, вот он хочет о компьютере постоянно говорить, еще там о чем-то. Это неправильно. Посадили его главным в угол туда. Я приезжаю, он там в углу сидит уже, который раз и сидит. Я думаю, ну вот это мнение сделали, молодцы. Кто это мнение придумал-то? Взяли, посадили человека, который только и говорит о духовном, в угол. И извините, я вот, допустим, на это не подписывался. Кто не хочет его слушать, ну выйдите, вон там будьте, сидите, я послушаю. Если вам не нравится, проголосуйте, я пойду его там слушать. Написано, если избрал себе учителя, ты пороги с утра у его ног утирай. Мы сильно умные. Что придумать-то уже? Главное, все собрались к ногам Гамалиила. Но мы не говорим о батюшке. Батюшка, если бы он захотел, так я бы тоже сидел, слушал его. Но батюшка, он меньше разговаривает, он больше трудится по путешествиям. А Игнат Тихонович-то, ничего, у него какие перлы. Ну вот сейчас, допустим, решил Игнатий Тихонович пойти в семинарию. Это, ну там, преподать наставление этим семинаристам. Семинаристам. Там заодно, там надо не семинаристам, конечно, там надо всех, кто семинаристов хочет собрать и преподавать. Но, и вот он там преподает. И чего это значит? А мы тут сидим такие и... И еще скажут, а где он у них там выступает? Да он там, говорит, в угол его они задвинули, потому что им не нравится, что он тут говорит-то, дед. Нет, давайте мы эти свои мнения, подпункты уберем,
взглянем на себя со стороны и скажем: Господи, никуда мы в пустыню не пошли, никогда мы священным писанием от сатаны не отбиваемся, потому что мы его и не знаем, и знать не хотим. Чем мы там лучше московской патриархии или что? Все равно нигде не благовествуем, никого не приводим. И причем и желания-то этого даже нету. Самое страшное, вот эта первая любовь, когда-то там было, я помню, проповеди аж захватывает все. Ну было, так почему оно... Ты должен себя четко проверить, человек, и сказать: я неверующим становлюсь, и все. Или стал: Господи, прости меня, и упади. И начинает сатаны-то отбиваться. А то уже это мнение выставилось такое: я на правильном пути, вот этот мой путь прямой, я явно уже над всеми головами проскакиваю, уже пошел на трамплин, а на самом деле уже вниз ушел, уже все. Вот это есть такое понятие у водолазов, когда водолаз теряет ориентацию под водой, и он не верит компасу. Почему? Странное происходит. Он весь в компасах, чтобы... Ему показывал глубиномер, что он идет не вниз, а вверх, потому что там давление такое, что человек теряется. Но в этот момент сжатие тела и подпитка вот этим воздухом, смесью, которая поступает, действует странно на голову. И человек начинает быть в эйфории, называется это. И все. И он плывет четко в глубину, смотрит на этот свой барометр, который ему механизм показывает, Бог показывает: ты вверх плыви. А он идет вниз, потому что он не верит ему. У него там в голове вот это все случилось. Поэтому свое мнение, которое человек может выбирать, оно не его мнение. Это сатана сидит, бес, и уже ему все направил. У нас вот в общине, я точно говорю, тут действуют бесы. На многих. Направили вот это движение. Вот три сестры ушли. Это только три сестры ушли. Бесы их туда направили. Они в глубину ползут туда. Ползут какого-то епископа, все еще тут стоят выступления такие. Их духовный пастырь выступает, духовный наставник, старшие братья, сестры, все выступают. И вдруг такое: высек. Ладно, там молодежь уходила, там понятно, еще недоумки. Но сестры уже десятки лет. Галина Ивановна Кубайкина там расписывает такое, что Талмуда, ей писательницей быть христианской. Вы понимаете, что это здесь закрался лукавый к нам сюда. И он здесь хвостом метет, как хочет. Почему? Мы не отбиваемся Словом Божьим. Мы не отбиваемся крестным знаменем. Мы не отбиваемся терпением. Не отбиваемся смирением. Не отбиваемся кротостью. Мы полностью все это принимаем только на себя. И не нравится, главное, нам, как говорит наш наставник. Ну, это вообще надо убрать все это. Кто это, вот говорил, кто... голосовал или что, чтобы не выступал Игнатий Тихонович. Вот кто-то тут больше выступает, кто-то меньше. А там по телевизору увидели, вот он только один выступает. Ну, значит, он один и достоин выступать. Что, мы стесняться будем телевизора теперь, что ли? Ну что, вот я сейчас на телевизор, что ли, говорю, оно мне надо? Да пускай они там, люди, что хотят, думают обо мне. Мне, главное, мне спастись, как Виктор Андреевич сказал. Мне надо спасение. Сыну надо спасение, который рядом гибнет. Без бороды ходит, да в такой общине еще. Спаси Христос, брат. Аллилуйя. Брат, я вот все время внимательно слушаю и вспоминаю то, что было сказано. Ведь не говорится о том, что надо иметь или нет. Здесь происходит подмена. Имеет человек свое мнение или не имеет? Должен он иметь его или нет? И вопрос, какого качества оно должно быть? Ведь вот о чем передергивание, в каком месте произошло. А теперь давайте обратимся на простую вещь. Писание священное говорит об одной вещи, очень удивительной. И видели ли ангела, несущего по небу вечное Евангелие? И вдруг Златоуст говорит: а совесть выше Евангелия. И я вдруг возмутился, говорю: как же так? Вечное Евангелие на небе, и вдруг совесть человека выше. Человек грешный. У меня внутри все начало протестовать. То есть вещи, которые я сразу, с первого раза не принимаю. Я должен их выслушать, понять и внутри себя разобраться. А что такое, просто по определению, что такое мнение? Мнение – это предположение, это воображение. И даже есть какой-то там термин «вера в богов». Вот оказывается это как. А теперь вспомните, когда появился Иисус Христос на проповедь. Существовало, так сказать, вселенское мнение, религиозное, человеческое, оказывается, еще и общественное мнение. И вдруг Христос оборачивает и опрокидывает все мнения. Приходит апостол в Рим, там разговаривают философы, наученные, умные люди. И разговаривают с ним просто:
да, много у тебя ума-то, наверное. И он говорит своему меня, скажите, говорит, ну а вы-то в какого Бога верите? Он им говорит, а ведь есть такой Бог, он среди ваших стоит. Как это среди наших? Ну ваш пантеон 500 богов. Он говорит, пойдемте, я покажу вам. Подходит и показывает. Ну, Бог, какой Бог? Неизвестный, неведомый. Вон как вот такому Богу я поклоняюсь, это то, что было у евреев. И оказывается, внутреннее мнение, это не просто так, это та совесть, это то, что человека заставляет, если его нет, это тряпка просто-напросто. А вопрос, что такое тогда в церкви, все время говорят, единодушие, единобразие, это оказывается свое мнение, нужно, да, единомыслие, это нужно к чему-то подвести. Почему и существуют эти духовные критерии, нравственные критерии все. И мы все время соизмеряем, так это или не так. Не нравится, человек уходит. Почему? Не совпадает с внутренним. Ему я так хочу, я так. Всегда стоит человек, это первое, это внутри эгоцентризм. И вдруг оказывается, что нужно выйти и посмотреть на себя со стороны. То есть вот это эго. И вот тогда начинается человек. Человек был неверующим, неверующим, неверующим. И вдруг становится верующим. Это как? На каких основаниях? Да потому что внутри что-то произошло. Раскол, разлом. Все поколебалось. Рухнуло все. Вот теперь мнение мое другое. Вот теперь я... И тогда... А как же тогда человек становится вдруг без мнения, становится человеком глубоко убежденным? Что такое убежденность? Не было мнения, так это тряпка. А оказывается глубоко убежденный. Мое мнение совпадает с мнением святых отцов. Раз. Мое мнение совпадает. Ах, вон о чем. Значит, мнение должно быть. Вопрос, какое? Вот это важно. И не надо передергивать, надо или не надо. Это принципиальный вопрос. Совесть человека – это самое главное. А оно выше Евангелия. Слава Богу. Ну, во-первых, никто не передергивал. Я с тобой вполне согласен, брат. Что у человека должно быть мнение. Я говорю о том, куда оно отклоняется. Мы между двумя мнениями. Божьим и сатанинским мнением. В ту или другую сторону, чей мотив мы больше слышим. Об этом уже. Вот это самое главное. И по Священному Писанию проверять по четырем этим качествам, когда проверишь свое собственное мнение, тогда определишь, создает оно что-то или разрушает. Брат, тебе слово, пожалуйста. Прости, что затянул я. Ну, ты должен как бы говорить сегодня. Ну ладно. Я немного. В следующий раз готовьтесь тоже, братья. И в следующий раз забито, в следующий раз буду я. Хорошо. Рад. Я рад. Ну, я подготовился, тут есть, ну, как бы, ну, два варианта для, ну, для разных. Сидел, подчеркнул, ну, то есть не спал, будем так говорить. Я просто хочу на слова батюшки немного сказать, что люди уходят, приходят. Мне просто вопрос другой. Дома часто, ну, не с кем. С работы прихожу, что, вот мы вдвоем со своей единоверной, единственной женой. И вот ну, с ней беседуем, на основе Священного Писания. И вопрос такой, не почему уходит, а почему остаются люди, вы понимаете? Ведь мы здесь сидим все разные совершенно. Совершенно разные. Один может стряпать, другой кирпичи класть. Третий – землю копать, четвертый – там что-то. У каждого свои таланты, Бог раздал каждому таланты. Ведь вот теперь исходили из того, мы все одинаковые, все самодостаточные. Мне не нужен ни сантехник, ни электрик, ни компьютерщик, мне никто не нужен. Я сам все умею делать. Все буквально. Жена мне не нужна, я сам все умею делать. Варить, стирать и прочее, и прочее. Телесные услады меня не волнуют совсем. Мне этого не надо, вы понимаете, самодостаточный человек, зеленый человечек. Вышел на солнце, это у Беляева такой рассказ, погрелся и опять в шахту работать. Понимаете? Нас Бог создал, чтобы мы проявляли друг другу любовь, сострадание, чтобы мы объединялись, чтобы мы нуждались друг в друге. Понимаете? Я имею кирпичи класть, он умеет яму копать. Брат, помоги, у нас любовь взаимная, как сказать, ну, происходит. Между братьями, ну, братья имеют в виду, и сестры то же самое. Вот почему мы разные. Это Бог так определил. Это говорит Иоанн Златоустый. У меня проповедь где-то есть, но она длинная, читать это, ну, я потом сделаю компиляцию, и на следующее это все будет, ну, не это, что другое добавлю, потому что работа идет. Теперь о мнении. Мнение, читайте главу, 14 главу к Римлянам. Вся глава посвящена мнению. Вся глава, буквально.
Понимаете, нужно ли иметь, не нужно ли. И я впервые здесь услышал в общине от нашего духовного наставника такое выражение. В главном – единство, во второстепенном – свобода и во всем – любовь. Я это впервые услышал, только здесь. Ну где-то в миру этого услышишь, у них этого вообще нету. Понимаете, если говорится, что во второстепенном – свобода, значит здесь подразумевается, ну, личное мнение, чтобы, ну, оно чтобы не противоречило первому. Главному. Главному. Вот и все. Ну, я могу иметь свое мнение, но оно может быть какое-то время ошибочное. Апостол Павел говорит, я отчасти верю, что у вас есть там разночтение, чему я отчасти верю, ибо среди вас потом появляются искусные. Это раз. Вернее, два. Все, коротко, я просто пробегусь и все. Ну, что у меня... Вот, теперь, ну, на пожелание брата, да. Слушать нашего духовного наставника можно... Я постоянно в интернете слушаю, потому что, ну... Ну, не хочу быть оторванным, вы понимаете, от вот этой жизни внутренней. У него жизнь богатая, внутренняя, потому что этот человек, ну, не будем петь дифирамбы, но столько лет посвятил себя служению Богу, будем так говорить, что есть чему поучиться. Есть чему поучиться любому из нас. Любому из нас. Но, понимаете, приходит время. Иногда. Возьмите, ну, пример мирской, Зиятулла Белялетдинов. Кто он такой? Тренер хоккеистов. В свое время чемпион олимпийский, мировой и прочее, прочее. Постепенно время уходит, здоровье, возраст, человек как бы, опыт есть. А куда его девать-то? И что смысл, если человек имеет знания, но не может их передать? Что смысл в этих знаниях? Какой? Вообще никакого нету. Для этого человека, ну, только конкретно. Но у него голова распухла уже, она большая, а передать некому. Вот вы понимаете, в чем дело? Вот, ну... Представим, такое вот, нет у нас наставника, уехал в Швецию, и там задержался, его там престили, он там ведет занятия в Швеции. А мы здесь остались одни, и что, как брат сказал, амебное состояние, все растеклись, что делать? Где у нас искусственные? Вот в таком состоянии и проявляется искусственное. То есть я для себя определил, сейчас Игнатий Тихонович, это я для себя, это мое личное мнение, одиночно, никому его не навязывают. Он является играющий тренер. Он нас учит быть мудрыми, жить в общине. Общинной жизни он нас учит. И понимать Священное Писание. Аминь. Истинная правда. Все? Еще можно? Да ты уже говорил. Да я минуту. Быстро ты как-то идешь полчаса. Да нет, нет. Я хотел сказать, что не забудьте. У еврейского народа первосвященник был до конца дней. Один выбирался. Он старый был там уже 100 с лишним лет. Он никакой даже. Ну, может, говорил с трудом. Он был до конца, пока не умрет. Хотели меня переизбрать, что ли? Я вообще обо всех говорю. Теперь дальше. Гамалиил, учитель еврейский был. Тише говори. Кому-то что-то все не нравится. Кому громко, кому тихо. Я сейчас наполовину. Вот я буду говорить так вот. Вам как раз будет тихо, сложно. Зачем я обиделся? Мне зачем? Зачем вы встреваете-то? Я не могу понять. Гамалиил, он тоже до старости учил еврейский народ. Что, сестра, ну встань, что тебе не нравится? Что ты все вздыхаешь? Игорь, ну, ты так громко говоришь, что у меня голова разболелась именно от тебя. Вы признали, что Игнатий Тихонович старый, и что он ты, батюшка, не должен учить. Виктор тихо. Андрей, все тихо. Говорят тихо. Правильно. Да тихо. Я сколько слушал, вы все говорите, что какой-то, значит, вроде его кто-то наказал, там и все, и вы сейчас его как бы защищаете, реабилитируете, вроде бы. Никто не судил. Ну, Гамалиил до старости. Ты что, считаешь, что он старый? Кто его старый? Он не старый. Он зрел. Да. А я чувствую, что старый, я стал до старости. Он до старости. Ну и пускай говорит. Ладно. Здесь мне поступила просьба, позвонил мне священник из Дмитриевской церкви. Отец Олег. Он матушка и двое детей. У него проблема возникла. Просит помощи. Так говорит. Ему нужно прописаться. Нигде где-то он был, там это выписали, и вот это нет, Игорь, у вас в общине, что там хоть в частном доме, я только прописаться, не жить, прописаться только. Прописаться или зарегистрироваться? Две большие разницы. А какая разница? Большая. Регистрация, он не имеет права на Дорожную площадь и прочее. Я отца Павла. Ну да. Так, ну регистрироваться, это та же самая прописка. Сейчас прописки-то нет, она регистрация. Я понял. А как она? Какую она жил площадь? Если у тебя частный дом, ты хозяин, кто? Да хоть кто. Ты можешь 500 человек прописать. Мало.
А никто не имеет. А как он может иметь? Даже не скажу. Если он прописан, может. Если у тебя муниципальная квартира. Да. А, друга, если у тебя муниципальная квартира, она не твоя, она городская, то тогда да. А если твой частный дом, твоя квартира приватизирована, он сообщает, разоблачает в Москве, по 500 человек прописано в квартире. То есть приезжает, прописался там, допустим, 5 тысяч или 10 тысяч за прописку, он прописался и все. Находят такие квартиры, у них там по 300, по 200 человек прописано в одной квартире, а квартира двухкомнатная. Можно сделать временную прописку, как только заканчивается срок, все, и человек автоматически... Но ближе к делу, значит, вот это так, вот отец Олег его зовут, кто был в Дмитриевском, может быть, знает его? Молодой, значит, молодой еще он, нет. Кто может или нет помочь батюшке? Если кто может, значит, тогда... Ну, наверное, подумают, батюшка, вам скажите скажу. Мне, да, подумайте, а подумайте, кто. А? На какой срок? На какой срок? Сейчас я узнаю. Она же, видите, регистрация на полгода. Через полгода не подтверждается. У меня дом. Временную надо. Пока нельзя говорить. Так, братья, я хочу напомнить вам, что Игнатий Тихонович никто не отстранял. Он сам себя отстраняет. Как отстранил себя от проповеди. А для чего? Для того, чтобы мы были более деятельными, чтобы мы работали, а не спали. Ну и здесь также. Он услышал однажды мнение, что опять этот театр одного актера. То есть мнение такое услышал. Ну и что, еще он? Ну, вам не нравится театр одного актера, сами будьте актерами. Я вам скажу, что здесь вот говорить перед вами, это не очень просто. Попробуйте каждый. Вот давайте мы теперь, вот брат сказал, что он на следующее занятие тоже будет вести наше собрание. Слава Богу. Ну и слава Богу. Другие, думайте об этом. Проявляйте свою инициативу. Для этого нужно время, для этого нужно желание, для этого нужно собственное мнение, которое сообразно с Божьим мнением, которое ведет меня ко спасению и слушающих меня, как говорит апостол Павел. Я хотел сказать, что... Подождите. Ну вот сейчас вот интересно, это очень интересно, что сейчас не о компьютере, пришел человек из епархии, просит, с просьбой это, какие-то занятия делать. И все, и что мы будем сейчас сидеть и думать, что ли, спрашивать его, а разговор-то о чем был? Так, а зачем наша община живет-то тогда? Я вообще ничего не понимаю. Кому не нравится, ну уходите и все, дайте послушать. Игнатий Тихонович, вы собираетесь рассказать-то, к вам приходили с епархии или нет? Так вы не даете, вы сколько говорите, не даете. Как не даем, тогда об этом разговор. Тут полчаса больше говоришь, не даешь никому. Так, вопрос, значит, такой. Я с священником поговорил. Тут третий раз уже встаешь и никому слова не даешь сказать. Да я встаю-то по 5 секунд. Да не по 5. Дайте хорошо поговорить хочешь. Ну дома наскучаешь за неделю, здесь вот вы говорите, так не томи сердце. Значит, я поговорил с батюшкой. Ну, почему в частный это дом говорит, что квартиру где прописаться, там это потом требует там на хозяев там платить это. Вода, канализация, частный дом. Просто он живет на квартире. На квартире, где живет, квартира, значит, муниципальная, как бы там. Там прописаться, резервироваться нельзя. Вот. А лучше, говорит, в частном доме бы, чтобы там ничего там, ну, вот так вот. Батюшка, в частном доме только заводу берут. Если своя скважина, заводу не берут. Если своя скважина. А ну это сейчас нету таких. Ну, в общем так, я к вам обращаюсь, вы подумайте об этом, значит, и мне позвоните. Кто-нибудь может быть. Он один? Да. Или в семье? Он, матушка, и двое детей. Четверо. Мой телефон ему дайте, пусть позвонит. Тебе. Ну, ага. Вы ему мой телефон дайте. Ладно. Если что, хорошо. Пусть звонит. Все. Ну, как бы временно прописывать. Слово Игнатию Тихоновичу. У нас после собрания трапеза здесь, это трапезная. После собрания, а потом занятия. На занятиях я все скажу. Единственное, о чем он меня попросил сообщить вам, он сейчас об этом не сказал, я знаю, что на трапезу и на занятия останутся далеко не все,
информация такая. Его тяжба с Билайном закончилась положительно, даже более чем положительно. Они должны были ему 170 чего? Рублей? Рублей. 170 рублей, а заплатили, получилось 190 рублей. Почему? Потому что 20 рублей они раньше перечислили, как бы забыли про них, и еще 170 перечислили. Так что благодарите Бога. Ну и молиться о том, чтобы вот по этому письму отца Наума и благодарение за то, что нужно все-таки иметь тяжбы. Тяжбы какие? Они прежде всего, мы призываем Бога на помощь, наши союзники. За это благодарение Богу. Можно я скажу одно? Брат, Мария Яковлевна передает всем поклон. У ней там давление было большое, потом что-то с печенью. Говорит, то желудок, в общем, прыгает что-то в организме. Говорит, понять не могу. С сестрами советуются, говорит, вроде пощусь же. И такая чистота жизни, ну в чем дело? Ну, вот так вот у нее. Но она бодрая, говорит, я, говорит, бодрая, если к ней приходить. Я тут оставлю про ватные палочки почитать, не буду отвлекать ваше внимание. Про что? Ну тут лор-врач, я просто в интернете нашла, что пишет о пользовании ватными палочками. Да, что, почему это вредно и что этого делать не надо. Вот, ну я сама делаю. Да, и там нужно аккуратно все это. И про Настю, вот спрашивает сестра тут на собрании, что, что? Они, в общем, отопление запустили. Теперь вот эта времянка-то, в ней нету батареи, в ней только сам котел стоит, а отопление там, в доме, вот в этом в большом, в нем окна вставили, полы еще летом, когда потолки сделали, то есть там туда пошло отопление, и они теперь из этой холодной вот этой времянки переезжают туда. Вот теперь шикарные эти хоромы, но пока не перегородок, ничего, но то есть процесс идет, Андрей и сам рукастый будут сейчас по мере возможности покупать материалы и дальше внутри обустраиваться, то есть туда выводить воду, перегородки, какие-то там шкафы элементарные, потому что народу 6 человек, где-то вещи все это хранить, потому что у них вот просто гора завала и все. Ну, то есть вот молитесь, чтобы... Ну, а старый дом разобрали? Старый дом разобрали еще летом, чтобы сделать внутри-то полы же, настелили, разобрали. Они почему и остались-то как нигде. И этот не сделан, и тот разобрали. Ну, тепло у них теперь. Ну, как бы да. Еще одна просьба, дорогие братья и сестры. 8 на 8 или 9 на 9. Завтра приедет ко мне, мы пойдем с ним. То есть это кто? Алексей Устинов, о котором батюшка говорил. Он приедет ко мне за тем, чтобы ложиться в стационар для оперативного вмешательства. Оперативное вмешательство такое, которое может осложниться, и пока неизвестно, по какому руслу оно пойдет. Ну так, чтобы помолитесь, чтобы Господь сам устроил все по своей святой воле и вразумил врачей и направил их руки в нужное русло. А может ему попить все, да там. Молимся. Достойно истякого истину, блажи тетя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Благодарим Тебя, Господь, за великие Твои милости, которые Ты явил нам, грешным и достойным рабам Твоим. Даруй многомилостивый, Господи, чтобы все, что мы говорили, все клятвы, которые произносили перед Тобой в водах крещения, сбылись на нас, и чтобы мы могли наследовать царство, которое уготовил Ты святым Твоим и праведным. Даруй, Господи, нам соразмерять силы наши со Словом Твоим святым, которое показывает, какими мы должны быть. Слава Тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Спаси Христос. Повара. Аллилуйя. Повара. Тебя спаси Христос. Ты как вышел, а трогнуло все. Особенно кость. До сих пор. Сережа, нет, не на машине. Что? А Людмила Степановна ушла, да? Женщину с ребенком пропустите.